Не уроки мая 2018, и давайте рассмотрим еще одну такую приколюху именно в этой программе. Откроем сферу, немножко ее можно скайлом увеличить, чтобы было виднее. И вот теперь давайте рассмотрим в деформации. Так, вот деформ, есть такая функция tension. Что она делает? Сначала посмотрим без нее, как это все дело происходит. Переключаемся на вертексы, правая кнопка мыши задерживаем. Здесь вот чуть-чуть выделим вот так вот вертексы. Ну пусть в таком духе будет, не буду выравнивать. Просто посмотрим. Так, теперь берем, допустим, транспоз вот этот. И вот начинаем вытягивать. Вы видите, какая штукенция получается. Вот так все это дело вытягивается. Более-менее грубовато, да? Ну вот теперь все это дело Ctrl-Z, Ctrl-Z. И теперь включим, вот это все выделим. И включим Deform и вот эту функцию Transion. И нажмем Create. Ну, здесь все в принципе установлено на базовых, посмотрим. Ну и опять же выделяем вот так вот вершины. И вы видите, как она мягко теперь вытягивается. Вот таким вот образом. Вот так все это мягенько округляется, все прикольно. Так, и что еще можно сделать? Так, если мы вот так соплю эту вытянем, находим Tension 1, и вот здесь есть настройки. Здесь можно вот ими играться, более-менее подгонять, уплотнять. Здесь можно ее немножко сделать грубоватой, здесь мягче. И вот такая вот функция здесь вот присутствует. Вот немножко она надувается. Здесь релация, вот можно вот так вот все дело это подгонять, выравнивать. Смотрим, что тут еще. Вот так сделать мягче, эту чуть-чуть вот так. И вот так все это дело можно вглубь уводить. Вот получается вот такая прикольная штука. Если ровно все выбрать, то получится прям, не знаю, какая-нибудь штукенция прикольная. Ну, так работает эта функция. Все, всем пока, до свидания.